RGF. Четверо их. Киоку ведет своих сибов. Фолловеры Киоку. Сейчас у них сибы Мелтекс и Тарс. Не помню, кто к кому относится, но в общем они сокольничие у них. И фолловеры Киоку. Все, нам хана. Три хороших игрока у них есть. Точнее, 2,5 скорее. Потому что я не помню, кто-то из них новичок совсем, Мелтекс все-таки, кто-то из них новичок, Мелтекс или Тарс, я не помню, ну, действительно, недавно играет парень, кто-то играет давно, и он так хорошо, более-менее, наверное. С Тарсом мы играли вместе. Ну, у нас есть тоже один неплохой игрок, Рейдес. Это единственный, кого я знаю, остальные все такое. Просто no-name. Как мы говорим, у себя в Unity черные, потому что у них нет юнит-тага. И, в общем, черная пустота, поэтому они черные. We will have a lot more than assaults than them. So stick with the assaults should stick together and we will win. У нас есть командир. Ну я же говорю, это Грейдес. Он очень хороший игрок, но он очень бомбящий игрок. Don't choose this map. Сейчас, если мы чуть-чуть подъемся и не будем делать то, что надо делать, он обычно не командует, он просто такой инструктаж дает и надо говорить, куда идти. Тогда он начинает просто на своем интересном акценте рассказывать, какие мы все плохие и плохо играем. Yeah, we have three Dakas assaults, so 600 meters is our. Интересно, на чем Киоку их выводит? На лазервометах или там они что-то новое пробуют? Просто Сибы обычно на лазервометах играет. Шторма или Бон. Как-то не очень хочется попасть под фокус сразу 4 мегов, пока ты выйдешь, они сразу 4 фанут, можно и сложиться сразу. Парни, там все нормально, а то что-то много говорю, наверное, себя одеяло перетянуло. Не-не-не-не-не, нормально, нормально. У меня вообще горло побаливает, поэтому... Мне пока меньше говорит. Да надо, конечно, да, лучше маслица скушать, чтоб не так сильно болело. We're building one giant target, we'll get flanked. Okay. Don't waste your ammo on 1.3k meters. Target spotted. Ну, Мелтекс на мясницы вывели его. Что у них там за тема какая-то? Я надеюсь, у них не отработка каких-нибудь лурмовые маневры. Киоку на АТМах, да, у них АТМы. Ой-ой-ой. Надо быстро АТМ на ВВП расслить, это самый опасный мех. По крайней мере, из тех, что я вижу. Rockets on echo. Я перебегаю вперед, парни, я двигаюсь на ИДА 8, занимаю там позицию, чтобы хоть как-то стрелять. Следую. No ECM here or something? God in heaven! Warning, incoming missile. Awesome, I'm dead. Проходи, проходи, проходи. Сейчас ты придешь за укрытие и все, и тебя не будет лурма идти. I got you, man. There are 15 LRM bots. Я перекатываюсь за следующий. Хочу просто обойти. Вот здесь есть мех. Сорян. Ничего, ничего, я понимаю. Я иду прямо теперь, я не кручу.
Аккуратно здесь, парни, аккуратно. Здесь лучше ниже взять, потому что они растянуты тоже, как и мы. Вижу цель. Гольф. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Никогда не меняй цель. Если ты видишь, добивай, что есть. Он ушел, да. Нет, гольф стоит. Гольф стоит. Надо его добить. СТ. Все, теперь реплой начинаем заниматься. Exactly that, yes. Отлично, занялись. Echo has to be learned. Echo. Turn now. Hotel 9. Fight him now. Сейчас Лурму надо вот эту забить быстро, Асома. Спину ему выйти. Они кружат, как и мы кружим. Убили его? Убили. Все, наперерез им теперь, прямо вот за мной. Ой-ой-ой-ой. У них лурмовод прямо стоит. Может, это ошибка сейчас была. Его никто не загоняет. СТ-шку килу бы его забрать бы. Ты можешь кила зафокусить? Нового кота, я его подсветил на карте. Кила, азимут 262. Лурмой его дави, чтоб он меня не давил. Он просто меня пробивает. Давлю, давлю. Не, я скальдову говорю, у него лурма, он может его работать, понимаешь? Да, да, да. Сковывать мехов. За браво не гонись, браво слишком далеко. Давай перевалимся на хотел 8 и заберем мехов, которые здесь идут. Там просто в спине у нас Эбен Джигуар остался. Я знаю, пофиг, пофиг на него. Надо забить мехов, которые здесь. Вот они, ассолты тут идут, атлас уходит. Блин, просто если я спину ему подставлю, он меня разберет. Да не разберет тебя никто, иди... Да, ты вообще в другой стороне находишься. Сейчас тебя сожрут, на тебя уже выходят все. Ты стоишь. Киоку до сих пор очень свежий. О, все, его забирает туда спину, отлично. Вот так вот. Почти что. Сейчас нас пораспокивают лайты какие-нибудь. Да-да. Мелтекс без оружия. Класс. Ну как, вот основатель RGF все-таки не зря. Хотя бы чуть-чуть. Показали, бы показали. Чуть-чуть. Ну у них вообще, у них один ассолт, остальное все атлас здесь квазовый, вообще был бесполезный, супернова. Да, я вырежу этот видосик и специально им пришлю в чатик. В их. У нас есть специальный чатик. Да, не надо, не надо. У них там разнос будет такой специальный. Я думаю, после этого. Они просто тебя забанят в чате. Нет, нет, не забанят, не забанят. Меня не забанят. Главное, не разрешат. Погнали? Да, давайте.